В Якутии подвели итоги конкурса эссе «Я и финансы». Республиканский конкурс эссе на финансовую грамотность среди школьников проводится уже в третий раз. Организаторами выступили Министерство финансов Республики и детское издательство «Кэскил». Какое сочинение ты написал? Сказка о трех монет. О деньгах, как надо беречь их. Надо пользоваться деньгами осторожно. Ведь если положишь не в тот банк, то свои денежки могут пропасть.